Всем привет, ребята! С вами снова я, Зайка Вера. Итак, сегодня мы с вами будем лепить няню из игры Garden of Bombom 6. Давайте скорее смотреть, что у меня получится. Мне день напоминает некую такую коровку в юбке. Посмотрим, что получится. Итак, начинаем. Подготовим все необходимое и начнем творить-вытворять. Нам понадобится для головы, для всего тела нашей фигурки няни темный черный пластилин. Можно такой слегка темно-синий. У меня тут намешаны фиолетовый с черным. Получился вот такой вот оттенок. Нам нужно скатать шарик, а затем немножечко пальчиками его вот так вот повытягивать. И еще можно также ладошками его покатать, и он немножко вытянется. Затем мы с вами возьмем и обозначим, где у нашей коровки будут ушки. Ушки такие небольшие лепесточки, которые мы аккуратненько пригладим пальчиками. Вот так. Итак, уши на месте. Теперь мы возьмем стык, наметим, где у нее будут глазки. Затем мы возьмем пластиночки такого голубого цвета. Такое красивое сочетание цветов на темном, такой голубой. Мне очень нравится. Затем мы возьмем белые шарики и как раз таки их туда внутрь мы утопим. Вот так. Затем нам нужно с помощью голубого жгутика сделать ей улыбочку. Главное сделать ровненько. Лишнее мы убираем. Итак, смотрим. Ну, вроде хорошо. И теперь мы прикрепим ей вот такой вот слегка вытянутый шарик. Вот так. Это нос. Нос нашего героя. Чудно. Затем мы возьмем стыком и обозначим ей такую вот улыбочку. Ну, без улыбочки же никуда. Никуда не деться. Так, и теперь небольшой штрих, это ноздри. Опа и опа. Затем перейдем к туловищу. Вот такой вот деталь в виде картошки нам понадобится. И наша фигурка слегка вот так наклоняется вперед. И поэтому мы сначала ей прикрепим юбку. Я фигурно с помощью стыка вырезала и края сгладила пальчиками. Попробуем по
получится ли у меня фирменная такая, чтобы она была пушистая юбка-то. Пушистая юбчонка. В общем, нам эту деталь нужно прикрепить хорошо, чтобы она казалась пышненькой. Ну, так будем потом края загибать. В общем, хорошенечко мы эту деталь прикрепляем пальчиками. Итак, что я хочу сказать. Вот такое вот оборванное нечто у меня получилось. Можно предположить, что няня гонялась за игроками и ободрала все свое платье. И, в общем, не судите строго, что-то у меня оно совсем не удалось. А ножки у нее вот такие вот жгутики, которые я с помощью зубочисток, так обозначим, где у нее будет период, с помощью зубочисток закрепим. Так. И они у нее слегка вот так вот загнуты, потому что она как-то так наклоняется вперед. Вот. Поэтому и ножонки такие. Вот и ручки, стандартные жгутики. Такие они у нее короткие. Мы с вами их аккуратно пальчиками закрепим. И она почти готова. Итак, руки на месте. Я ей воткнула зубочистку. Для того, чтобы такая голова никуда не убежала. Итак, смотрим. Вот такое вот чудо-юдо у нас получилось. Да, признаю, юбка не задалась. Но сама-то она такая премиленькая.